делает так, чтобы стрела 100% долетела в мишень. Что еще такого интересного будет делать Платин? Неплохо. Узнаете дальше. Майя Ниевна с вами. Всем привет. И сегодня с реакция на видео с канала Фыф-Фыф. И это Майнкрафт, конечно же. Я использовал плагин, чтобы победить на соревновании в Майнкрафт. Будет интересно. Вот жульничал. Читы. Давайте же посмотрим. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова FFF. И сегодня я позвал своих друзей поучаствовать в соревновании. Но не все так просто. Заранее я установил довольно интересный плагин, который будет проходить некоторые этапы за меня. Итак, всего у нас будет 7 этапов, то есть 7 раундов. И самые первые 4 этапа я буду проходить исключительно с помощью плагина. К примеру, в первом этапе у нас надо будет попасть в мишень. И как вы думаете, что же делает этот плагин? Правильно, если я, допустим, из лука буду целиться вот сюда, в итоге этот плагин делает так, чтобы стрела 100% долетела в мишень. Что еще такого интересного будет делать плагин, узнаете дальше в ролике. Также не забывайте подписываться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Не забывайте ставить ваш лайк и писать комментарий. 4 раз. Ух, блин. Ну что, ребята, привет. Привет. Всем привет. Короче, сегодня мы проведем небольшое соревнование. Я вам уже рассказывал. Итак, выбирайте любую из сторон, на какую хотите. Я наверное, я вот здесь. Я иду сюда. Я на зеленую. Так, смотрите, сразу говорю, что на каждом из испытаний будет только один победитель. Давайте стараться так, чтобы, ну, как бы все нормально. Посмотрим, кто победит. Все дела, блокнот у меня готов, ручка есть. Лук возьмите и стрелы, пожалуйста. Вам понадобится только по очереди. Ребята, пожалуйста, давайте по очереди. На, возьми ты. Вы готовы, ребята? Точно, ты с нами участвуешь. Ты так не должна быть. Да почему? Все нормально. Кто первый? Начнет. Кто хочет самый первый начать? Давай, я первый. Если что, будет таймер, кто быстрее со всеми мишенями вот этими справится, тот и получает один балл. Поэтому сейчас... А сколько раундов? Давай, по очереди. А сколько раундов? Один. Кто хочет? Ты готов, Кирилл? Давай, я готов. На счет три я ставлю таймер. Раз, два, три. Три, все. Так, попал. Первый попал. Мимо. Почти. Давай. Почти. Да я ж попал, смотри, она прям в мишень. Нет, не попал, там видно. Есть, хорошо. И дальше, самое последнее. Почти. Давай, почему она у тебя... Там чанки не прогружаются. Подожди, дай я посмотрю. Да, реально, чанки не прогружаются тут, походу. А, так стой, ты в нее попал. Все, стоп. Стой, подожди, давай заново. Ты мне сказал, я время потерял. Ну, у тебя, короче, 50 секунд. Но я поставлю 40. Так я попал в нее? Да, ты попал, все. Почему? 50 секунд, но я делаю минус 10. Чанки не грузятся. Да, чанки не прогружаются, все из-за этого. На самом деле это все, скорее всего, из-за плагина. Что? Тут барьеры, ты мне ничего не сделаешь. Давай, пошел, упал. А кто следить будет за мной? Я слежу за тобой. Да я буду за ним следить. Я сейчас пролечу и просмотрю. Все, я готов. Как узнал, что ты не жульничаешь? Да нормально, почему ты думаешь, что я буду жульничать или как-то вас троллить? Вы что, прикалываетесь, что ли? Это обычное соревнование по Майнкрафту. Так, Фир, поехали. Раз, два, три. Есть, хорошо. Второе. Есть, хорошо. Третье. Нет. Повыше, Фир. Еще чуть повыше. Прям вообще. Все. Есть. Стоп. 14 секунд. Вообще хорош. Было, на самом деле, я с задержкой нажал, поэтому 13 секунд. Слушай, молодец. Теперь я. Поехали. Кто будет смотреть? Давай, я могу. Нет, ты жулик. Фир, давай, смотри. Раз, два, три. Так. Есть, хорошо. Последнее. Выше? Да. Еще выше. Ты ниже стрельнул. Почему плагин не работает? Плагин не работает. Вы видели, до этого стрелы долетали. Сейчас оно не работает. Вообще не работает. Посмотрите, что это такое? Почему? Почему оно? Все, попал. Все, у меня 26 секунд, но итого, Фир, ты победил. Ты получаешь один балл. Ну что, ребята, походу, оно работает только на какое-то определенное расстояние. Мы с вами переходим на следующий уровень. Стой, иди сюда. Че у тебя тут случилось? Смотри вниз. Ну я вижу тут что-то, да-да-да, давай. Давай. Я спускаюсь. Иди сюда, здесь есть вода, можешь тоже спуститься. Смотри. Вижу. Может, давай поучаствуем? Я давно мечтал посражаться с кем-то. О, это шо? Это интересно? Это шо? Да. Ну, я автор могу тебе покушает. Сказать, что такое действительно экшн-сражение на воде. Ну, автор покушает. Снаряды, взрывные... Итак, следующее, ребята, смотрите, это water drop. Надо будет сделать water drop. Я прыгаю. Ты сейчас? Ты хочешь самый первый? Да, смотри. Ну, давай. А время? Есть, хорошо, молодец. А это не на время, это просто... А что тимер делать? Я все внизу. Ну, ты попал, хорошо. А сколько попыток есть? Одна, только одна. Давай. Можно я посмотрю? Итак. Есть, хорошо. Теперь я, поехали. Сейчас плагин должен за меня поставить воду, смотрите. За меня. Это плагин сделал, я только нажимал вперед и все.
Алло, я попал. Так, теперь надо опять попасть в самый низ. Кто самый первый пойдет? Давай, 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 Кирилл. И так, смотрю, смотрю. Есть, хорошо. Давай, хорош. Следующий, как обычно, по очереди. Давай. Смотрю и... Не повезло. Теперь я. Попёрло. Раз, два, три. Все, смотрите, я хлопаю в ладоши. Все за меня сделает плагин. Да, а как ты так разливаешь заранее? Планя заранее, каким образом заранее? Он жулик. Какой жулик? Я не понимаю, что не так? Что вас не устраивает? Все честно, все нормально. Я... Так, а мне уже нет смысла, получается, вы только соревнуетесь. Подожди, а ты, получается, уже... Ну да, ты, получается, проиграл, если так подумать, ты прав. Нет, давай ты первый. Почему я? Ну давай, давай ты, напишем, пожалуйста, в чате, кто первый. Давай, камень, ножницы, бумага, давай. Давай. Давай, раз, два, три. Три. А-а-а! Давай, полетел. Смотрю. О, хорош, молодец. А он-то хорош. Раз, два, три. Ребята, я даже могу сейчас отойти от компьютера. Смотрите, я отошел от компьютера. Просто отошел. Но это было легко, на самом деле. Ну, получается, это самое последнее. Готовы? Ну, ты же понимаешь, что... Чё? Ты чё? Ты словил? Ты же не умел это делать. Как ты разливаешь все время? Если я сейчас прохожу, то тогда еще раз сделаем. Раз, два, три. Так. Хлопаю в ладоши. Плагин не сработал! Да выпендривался. Тоже плюс один. И у меня итого ноль. Каким образом, я не понимаю. Так, ладно, хорошо, идем с вами сейчас дальше. Итак, ребята, следующее. Чуть не работа, не работа, все. Есть яйцо призыва свиньи и седло. И надо с помощью свиньи пройти эти испытания. Но свинья это будет без морковки и удочки. То есть, понимаете, да? Это все на рандом считайте. Вот как поведет себя ваша свинья. Все, вы готовы? Можете начинать. Все, я сел. Сейчас, по сути, я должен сесть, и эта свинья должна управляться взглядом. Хорошо, давай. У меня идет, смотри, она четко по линии у меня идет. Смотри. У меня она стоит на одном месте. Какой? А у меня идет. Так, не туда, куда она идет. О, смотри, забирается наверх. Она у меня проходит. Да такого не бывает. Ну я прошел, получается, больше всего. Ну, тут, мне кажется, тогда я получаю балл, наверное, да? Да ты не мог так прийти. Так это свинья идет. Это у меня просто очень умная свинья. Да она не могла идти. Да может свинья так идти. У меня просто попалась очень умная свинья, да и все. Вы что, прикалываетесь надо мной, что ли? Моя умная свинья в стенку смотрела. Моя тоже умная свинья в стенку смотрела. Так вы сидите на ней дальше, может она у вас тоже так пойдет. Ты же это прописал, какую-то команду, наверное. Какую команду я прописал, по-твоему? Ты ломаешь лед, так нельзя. Так я не могу тут пройти, как иначе-то? Она же у тебя умная. Но она что-то не... О, ага, я слышал, ты пробел нажал, я слышал. Не может быть такого, это не, так невозможно сделать. Нажал, я не нажимал пробел, такого не может быть. Нет, такого не может быть, такого не может быть, такого не может быть. Нет. Я прошел самый первый. Вы где, ребята? Так, ну ты без свиньи прошел, эфир тоже. Ну, получается, я себе записываю плюс один балл. Ну, хоть где-то победил. Следующее, рассказываю, что здесь будет. Сюда будет прилетать фаербол, и кто отобьет фаербол, тот, соответственно, и получает плюс один балл. Давайте, кто первый пойдет? А что делать? Молодец, хорошо. Они так быстро вылетают? Хорошо, ты уже сейчас получается 3. О, все, сколько ты итого? 3, да, если я не ошибаюсь? 3 балла. Ну, кстати, их довольно легко отбивать. Эфир, давай ты. Здесь плагин работает так. Если будет спавниться фаербол, то плагин автоматически должен его от меня отбивать. Вот так вот он тут работает. 3, хорошо. Кирилл, не надо, пожалуйста, не надо, не ломай карту. Давай дальше, эфир. 4. 5, хорошо. А я считается то, что я отбиваю? 6. Не, не считается. 7. Обидно. Отлично. Мне как получается-то. 9 это было. Теперь 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Оу, 17. Так, теперь я, поехали. Так. Есть. Считайте, пожалуйста. 1. 1. Я на самом деле даже могу не нажимать на мышку. Смотрите. Видите? Я не нажимал. Я просто для вида это делаю. Смотрите, не нажимаю. А не видишь, что анимации нет? 6. Есть. 7. 10. 11. Отлично. 12. Ну слишком легко, 13. Слушай. Это реально, это очень легко. 15. 15. 16. 16. Хорошо. 17. И надо еще один. Ну, это было слишком легко. Давай еще один, ради интереса.
Ты там какие-то команды подстроил. Какие команды подстроил? Он у меня летел очень быстро как-то. Так же летит, абсолютно так же. Все так же, и я нажимаю, видишь? Смотри, вот теперь ты давай. Ну, смотри. В прыжке, два сразу, видел? В прыжке, есть. Давай еще, давай еще, давай еще. Есть, изи, 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 изи. Фух, все, хватит. Фух. Ты видел, они сами отскакивали? Какой сами отскакивали? Ты что, прикалываешься? Такого быть не может. Смотри, вот. Вот ты только подошел, и он отскочил. Ты не подумай, Фир, тут реально все честно. Реально все честно, все по одной траектории идет. Итого у меня уже получается целых два. И сейчас перемещаемся, получается, на следующий уровень. Тут уже на самом деле никакого плагина нет, тут реально рандом. Выбирайте один из любых цветов. Я, к примеру, хочу взять красный. Я зеленый. Нет, я голубой. Все, отлично. И теперь нажимаем на рандом, и чей цвет выпадет, тот, соответственно, и получает плюс один балл. Но у нас еще будет следующее. То есть, кто больше всего получит выигрыша из двух состязаний. Ну, короче, сейчас все сами прекрасно поймете. Стоп, подожди, подожди, а что ты взял красный? Если выпадет красный, то. На, возьми, 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 давай поменяем. На зеленый. Нажимайте. Синий выпал, синий выпал. Плюс балл получается. Но он сейчас получил здесь плюс балл, но сейчас, чтобы получить еще один плюс балл, ему надо победить на следующем. Только обратно положи сюда синий, который тебе выпал. Есть, выпал красный, красный, мой красный, балл. Красный. Получается у вас 1-1. То есть сейчас эти баллы не засчитываются в блокнот, они просто идут как 1-1. И если сейчас кто-то из вас... Ну, вы все поняли уже, я думаю. Да, да, так, да, все, я красный ставлю на место, у меня будет дальше синий. Поехали, нажимай. Так ты уже выбыл. Еще нет, у меня сейчас есть шанс еще на победу. Синий, вот, видите, у нас теперь по одному. То есть 1-1-1. И вот чей цвет вот сейчас, выпадет, тот и побеждает полностью. Сейчас синий выпадет, быстро, быстро. Ура! Получается плюс один. Итак, итого у Кирилла 2 балла, у меня 2 балла и у Фира 1 балл. Идем с вами дальше. Смотрите, следующее. Обижен. Нам сейчас здесь надо выбрать одну из трех комнат. Сразу говорю, я не знаю, что в какой комнате. Вот серьезно говорю, я не знаю. Поэтому выбирайте, я, наверное, пойду в центр. А, ладно, я в центр, я слева. Ладно, я сложный слева. Паркур. Я на зеленый, ага. Я направо. Мне что, мне средний паркур выпал. Хорошо, мне все, сложный. Начинайте проходить, если что. Кто первый пройдет, тот, соответственно, и... А, все, понятно. Да, все понятно. А мне очень сложный паркур попался. Мы не там оказались, а Фир уже прошел. Все, я прошел, паркур. А у него самый легкий был, у него самый легкий. Да, мне легкий попался. Ну, получается, Фиру тоже плюс один. Я даже не успел к тебе телепортироваться. Получается, нормально, нормально. У нас выходит 2-2-2. И сейчас будет самое последнее испытание, грубо говоря, решающее. Ожидайте всех. Это общий склад. Что найдете, с тем будет ПВП. Раз, два, три, поехали. Так, 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 хорошо, хорошо, хорошо. Стрелы. Воу, хорошо, отлично. Оу, хорошо, супер. Оу, еще лучше. Дальше, 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 дальше. Вот, вот здесь, на самом деле, я даже не знал, что в каком сундуке лежит. Вот последние вот эти вот два, получается, испытания, они честные, даже три. Все остальное было с помощью плагина. И то я в них даже не победил. И то в двух проиграл, в которых плагины были. Произошло. Так, ребята, ну мне кажется, что все, можно на этом остановиться, наверное. Или дальше еще смотрим. Все, нет, я уже остановился. Да, мы все уже вроде посмотрели. Так, все тогда, одеваемся. Все, я готов. Все, я тоже готов. Выходим. Итак, что у вас? О, так вы нормально так оделись. Поехали, раз, два, три. Есть, хорошо, отлично. Да что? Почему меня? А, стоп, у нас стоит мирная сложность. Все, я на легкую поменял. Мирная? Все, на легкую, что на легкую. Мирная? Да, ХП регенерись. Да почему за мной бегут все? У меня есть яблоко золотое, поэтому не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ага, 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 Фир. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Давай, давай. Со себя же, блин. А как тут поупасть, что надо, я не умею. Есть, минус, отлично. Так, Фира попал, хорошо, обходим. Вещи подбираю, незритовый меч. А, подожди, я могу взять его вещи или нет? Ну, бери, 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 бери. Брать? Хорошо, спасибо. Аккуратно надо, аккуратно надо, аккуратно. Фух, нет, отходим, 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 отходим. Бежим, 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 бежим. Сюда. Есть, отлично. Все. Хорошо, хорошо, хорошо! Ну уничтожил! Да-д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 а! На-на-да-да-да-да! Отходим! Нет! 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 Блин, это эпик! В другую сторону! Нет! 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 Шейфер победил по итогу! Полностью побеждает в сегодняшнем, если это можно, конечно, назвать турнире. К турнире даже с щитами не победил. Теперь переходим к самому главному. Смотрите, мишень, видите? Идите сюда. Оп. Ну смотрите, вот, вот так вот это выглядит. И теперь смотрите прикол, смотрите фокус. Смотрите, смотрю туда, в ту сторону. А, нет, стоп, надо, надо вот так сделать. Во. Оп. А оп. Я думаю, почему в конце стрелы вниз улетают вот так как-то резко, вот так да, заворачивают. Да, да. Сейчас подождите, ребята, смотрите дальше. Вы меня слышите хорошо? Да. Да.
смотрите, я сейчас нажму на пробел и отхожу от компьютера. Оп, я отбегаю. Все, я отхожу, я отошел. Ну как вам такое? Тебя, получается, Кирилл переиграл? Да, вы меня переиграли в первом, вы меня переиграли во втором. Но единственное, где вы меня не переиграли, но там было реально невозможно уже переиграть, это со свиньей. Да, на самом деле я ей управлял, но я не нажимал на пробел. Я просто... Не, подожди, фаербол еще. Нет, пробел реально не нажимал. Тут не в пробеле дело. Она просто реагировала на то, куда я смотрю. То есть я смотрю прямо, она идет прямо. Я смотрю налево, она идет налево. Вот как-то так. А как ты умер тогда, я не понимаю. Я не знаю, он не сработал. Он меня подвел. Поэтому, видите, не всегда плагин может помочь. Ладно, ребята, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Вот такой вот получился у нас троллинг. Он, можно сказать, удался и одновременно не удался. Не удался, потому что я не победил. Также не забывайте ставить ваш лайк и писать комментарии. Это даже хорошо, знаете, даже забавно, что победил, в итоге не читер. Всем пока. Это прикольно. Люблю всякие шоу от Фира. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на ФФВ. Точнее, от Фира, господи. На ФФВ подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Там на Телеграм подписывайтесь, самое главное. И на стримский канал можете тоже заходить. Я буду вас там рад видеть. А так, ребята, что? Всем удачки. Всем пока-пока.